Тут передо мной две купюры. Одна 50 тысяч, другая 5 тысяч. Доллар где-то 21, 22 тысячи. 22 600. Донгов. $1. На ощупь вот эти денежки, которые стоят хоть что-то, они пластиковые. А деньги, которые там 1000, 3, 5 тысяч, очень маленькая валюта, они бумажные, такие, как у нас. А эти пластиковые. И, конечно, везде на любой купюре изображен Хошимин. Пришли в ресторан, в котором можно выбрать морепродукты, и тебе их приготовят, то есть все свежее. Нам принесли какие-то, это креветки королевские, супер королевские. Алёша примеряет костюм. Налево, да? О боже. Движение здесь отчаянно жесткое. Даже на узеньких улочках. Ах, вот ты какое яичное кофе. Интересно, какое оно на вкус. Оно такое тягучее.